Специальная комиссия при Российской академии наук выпустила официальный меморандум, в котором было заявлено, что астрология – это лженаука. Теперь можно сказать, что у российской науки появилась единая согласованная позиция по этому поводу. Что об этом думает Одинцовская улица? Ну, я знаю, что какой я знак зодиака. И про этот знак зодиака, соответственно, я частенько заглядываю, читаю, смотрю, скептически ухмыляюсь, думаю, ну это можно обобщить, это можно про любой знак сказать так, это общие фразы. То есть вот, ну, со своей, про себя лично могу сказать, что 50 на 50. Совместимость с супругом я смотрела, то есть что наши гороскопы подходят друг к другу. Каждый день я, конечно, ничего не смотрю, да, у меня времени нету. Но, в общем-то, так на год просматриваю, вот. Так что вот сейчас наступает Новый год, и я посмотрю, что мне Новый год сулит. Надеяться на какие-то факты, то, что какая-то звезда находится там, и поэтому ты не смог сделать то-то, это абсолютная глупость, я считаю. Я считаю, что они не столько доверяют им, сколько хотят в это верить, находят в этом какой-то развлекательный характер и тем самым скрашивают свои серые будни. Считаю, что все-таки это... что в это лучше не верить. В это лучше не верить. Почему? Потому что не совпадает с православием. То есть, как бы, да, это как бы расходится в разные стороны. Правда за тем, что сказали, вот как вы говорите, эти ученые, что это шарлатанство. Меморандум Российской академии наук о признании астрологии лженаукой заканчивается большим количеством рекомендаций средствам массовой информации, политикам, издательствам. Самая короткая рекомендация самим астрологам. Им рекомендуется подумать о смене профессии. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».